Бывший заместитель руководителя края подозревается в превышении должностных полномочий. Ранее Вениамин Кондратьев обращался в следственные органы с просьбой ускорить расследование дела в отношении Юрия Гриценко. Напомню, он курировал строительную отрасль и архитектуру. В его зоне контроля также находились ведомства ГУЧС. В своих выступлениях губернатор Кубани не раз говорил о том, что в органах власти неприкасаемых не будет. Закон для всех один, кто бы какую должность не занимал, неоднократно отмечал Вениамин Кондратьев.